Всем привет, дорогие друзья, я рад вас приветствовать на канале Saybig Pro. Сегодня Far Cry первая часть, очередной выпуск. Наверное, все идет к своему завершению, а может быть нет. Я уже не помню, кстати, куда идти, что делать, как обычно. А, это где тут шляпа полнейшая? Нет, подожди. Я не был? Нет, или был? Твою ж мать, и сразу... О, меня за... Справа. Так, что из оружия? Писец из оружия. Где хотя бы понять... Да где, сука? А куда? А куда так? Да нифига! Нифига, зашел поиграть, ёптать. Куда стрелять-то? Где они все находятся? Все, прохождение задания на весь этот выпуск 100 пудово. Я хер знает, я никого нахер не вижу. Ну, этот хер хотя бы стоит внизу. Это как, сука, пройти? Ладно, давай попробуем просто по-дебильному пробежать. Как у меня уже получалось несколько раз это сделать. Ну ладно, давай вот так. Ты ж долететь не дали. Сука. Давай влево попробуем побежать, окей. Очередные страдания. Far Cry в первой части. Так, влево не дают. Тут хер куда добежишь, я так понимаю, да? Давай вправо еще раз попробую. Вроде шансов было побольше. Это нереально. Так, окей. Что у меня есть? Что у меня есть? Тут не переключается режим огня. Здесь патронов особо нет. Тоже не переключается. Здесь... О, есть какие-то эти... Какие-то штуки. Давай сейчас попробуем. А тут что, не прицелиться? О, ёптать, как она летит. Да в кого что стрелять-то? Кто здесь? Кто оттуда стреляет? Окей, этот свалил. Этого сейчас заберем. Может быть. Окей, этого забрали. Тот спрыгнул вниз. Стоит вот эта тварь. Еман! Ты сдохнешь, тварь? Так, зайти он ко мне не может. Слева? Или это он же? Блин, я думаю, это он. Может, может, сука, подняться. Еще как может. Да почему так сложно-то? Я вообще не понимаю. Что у меня есть? У меня ничего нет. Это сразу, да, спрыгивает, окей. Берем хотя бы этого. Окей, допустим.
Ага, сука. И вот откуда он там стреляет-то вообще? Сука, тварь такая. А я его не вижу, да? Окей, вроде убежал. Ага. Окей, не успел даже спрыгнуть. Так, минус этот, минус этот. Так, давай тогда ждем КД. Ждем перезарядки очков ночного видения. И после этого, ну потому что, ну без них это вообще просто атас. Ну, очки откатились, но вот эта тварь, она где-то рядом, она где-то справа, сука, это писец. Окей, еще минус один. Барь, какая он тварь! Какая он тварь! Сколько? Да вы серьезно? Да как? Как это, сука, пройти? Да я сидел, выжидал, когда очки кончатся. Я убил того, убил того, убил того. Вот там четвертый один оставался, а этих, оказывается, трое. Окей. Давай стелс-режим. Вот просто проверяем. Нихера, нихера, это не работает. Я хер знает, ребят, как это проходить? Кто, когда и как это проходил? Ну, это я не знаю, но это... Окей, тех четверых можно потихо обстрелять. Но один правый, он прям сваливает. Если, ну, вот крайний стоит просто. Потом второй, он хоть и прыгает, но он в зоне досягаемости, его можно уничтожить. А третий тоже просто стоит на месте, можно убить. Четвертый куда-то спрыгивает вниз, и его не видно. Окей, с этим можно разобраться, это не сложно. Но здесь оказывается не одна Годзилла, а три, которые в итоге подходят сюда ко мне. Вот что делать в такой ситуации? Как поступать и куда бежать вообще? У меня полное здоровье, у меня полная броня, у меня есть патроны. И я все равно не понимаю, что делать. Ну это я не знаю, это писец какой-то. Мне все-таки кажется, что здесь нужно на дурака пробежать, но только... Это на жесткого дурака нужно бежать. Это же прям потому, что это жестко. То есть 4, извиняюсь, то есть 4 магазина, и эта тварь умирает. Проблема. Это прям проблема. Не, то что они умирают, это хорошо. Я думал, просто больше на них потребуется. Проблема в том, что меня валит вот тот слева. Я не успеваю его убрать. Если я здесь сейчас сидя уберу его, то эти твари успеют сюда подойти. Понимаешь? Досадность всей ситуации. Ну, он сейчас убежит, да? Но недалеко. Я не успею. Но не, это бред, это бред. Это бред. Какие еще могут быть варианты прохождения этого задания? Я хер его знает, у меня их нет. А его отсюда и не видно даже. Но он стоит за камнем. А откуда остальные бегут-то, я понять не могу. Давай в очках выбегу, посмотрю.
Один здесь. Писец. А как их... Не, я думал, знаешь что? Я думал, я сейчас дальних расстреляю, останется один. Я выбегу, куда-нибудь пробегу, он не сможет по мне попасть, и я уже потихо на него накидаю и убью. Вот это да, вот это проходимо, это нормально. Но их трое, вот этих здоровых. И мне кажется, это дохера. Мне кажется, это перебор. Сука, я не знаю. Это перебор однозначно. Ладно, этот свалил. Этого я вроде как убил. Давай задолбим вот этого. Только не убегай, дружище. Ну ему как будто некуда бежать. Окей. Так, непонятно, опять же, умер или сбежал. Минус магазин. Минус магазин. Минус магазин. Убил. Остаются еще ребята. Слева? Окей. Нет, зачем ты сюда стреляешь, твари? Зачем он сюда стреляет? Да пиздец, какая тварь, блин, все так хорошо шло. Не знаю, это самая тяжелая игра в моей жизни, по-моему. Ну, я не всегда проходил на самом тяжелом уровне сложности, естественно, да, если уж так вот честно сказать. Это ж тут что-то меня сподвигло пройти на максималке. Наверное, потому что я думал, игра 2003 года. Наверное, я думаю, что в нее все играли. И мне не составило... Ну, вообще, из-за того, что эта игра старая, то она, наверное, несложная. И... Да сука, твари. Всю броню мне снес. Сука, какая тварь-то, а? Ты посмотри. Да я просто даже второго не смог снять. Он просто вынес меня нахер. Я вообще херею. Писец. Так, ладно, времени проходит много, поэтому давай я попробую снова, значит, первого, второго, третьего, четвертого. Потом подходит этот, уничтожить его. А, подходит второй, уничтожить его. Вот, сука, вот третий зашел, но это перебор. Второго я бы сейчас еще забрал. Еще там пару магазинов, наверное. Я бы его забрал. Писец. Поэтому давай быстренько сейчас попробую дойти хотя бы там до последнего. Что-нибудь как-нибудь. Ну и там уже сообразить. Сука, еще один. Сука, какие вы твари. Сука. Я сбежал, короче, только что от одного. Только что от одного. А то тут, сука, еще один выходит. Влево-вправо, Мансим, Мансим, у меня уже нихера нету. Откройся, пожалуйста. Сука, сука. Вон он, сука. Сейф.
Алло! Что за херь? Почему не открылась? Твою ж мать! Какого хера? Блин! Сука! Короче, я по старой схеме. Уничтожил первого, второго, третьего, четвертого. Прям уничтожил, они прям не упали. Потом ко мне начали подходить эти здоровяки. Чисто в голову старался херачить. Когда херачишь им в голову, они более-менее в тебя не стреляют. Убил первого, убил второго, убил третьего. Смотрю, там еще их несколько. Еще, по-моему, двое было. Четвертого я, короче, уничтожил. Я не помню по количеству точно, сколько их. Короче, еще одного уничтожил. Смотрю, бежит еще один. Запоздал, видимо, дружище. Я уж думаю, пошел-ка ты нахер, знаешь, я устал. У меня и так огромные риски уже проиграть. Потерпеть поражение. Я, значит, побежал вот так, вот так, вот так, вот так побежал. И тут на меня выходит из ворот еще один. Ну и ты сейчас видел, я не понял, что я активировал. Это, видимо, был... Может, это не дверь была? Просто я заметил, что какой-то лифт есть по центру. Ну, это жестко. Я минут 40 потратил на это, и вдруг я проиграл, даже не дойдя до сейва. Это прям, знаешь, это печально. Писец. Короче, судя по всему... Судя по всему... Это была кнопка, там, короче, было написано, нажмите действие, чтобы что-то там активировать, сука, лифт. Судя по всему, это был лифт. Короче, я не знаю, кто здесь остался, я очень быстро бегал. Я очень быстро все делал. Ну, пожалуйста. Давай, 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 давай. Что дальше? О, сука. Сейв, пожалуйста. Сука, пожалуйста, сейв. Чё делать-то? Сейв. Всё, был сейв. Нифига, я чё, 30 числа последний раз играл? Короче... Все так же. Все так же всех уничтожил. Все, которые по одному подходили, я их потихо долбил. Старался долбить в голову, потому что в туловище это очень долго получается. Ну и в конце добежал, нажал кнопку лифта. Вроде как в этот раз даже всех удалось уничтожить. Хотя, мне кажется, кто-то там остался просто где-то за камнем. Или, может быть, в лаву упал. Мне кажется, что-нибудь такое, потому что как-то по нагрузке как будто чуть меньше это выглядело. Это очень жестко. Вот когда вот эти четыре челика наверху и один вот, вот этот огромный. Но это еще нормально, это еще, знаешь, проходимо. Три это уже прям hard level. Три это прям до хера, это прям писец. Ну когда их там огромных штук 5-6, это уже перебор, мне кажется, называется. Оттуда я пришел. А куда идти? Все, был сейф, сука, был сейф, отлично. Я взял аптечку. Ты слышишь? Ты ничего не заметил? Ты слышишь? Дратите, дратите. Не ждали меня, ребята. Откуда я? Отсюда пришел? А туда надо? Так, им, наверное, нужно сразу гранату закинуть, я так полагаю. У меня аж гранаты все кончились даже. Сука! Ах, да вы... Вот это черти! Вот это, сука, черти! Давай в другую сторону пойду. Пойду пойти, сторона другой. А, здесь нихера, да? Здесь этот челик стоял.
которого я долбил. А игра не хочет мне дать патронов там как бы? Я пулемет, кстати, вообще не использовал, потому что, ну, блин, мне надо было более точное оружие. Ну туда, значит, тоже, ну да, там тоже стена, значит, у меня один путь. Так, вниз спускаться мне не нужно. Но это дичь. Это полни... Уже? Я уже запалился? Вот, у меня одна пулька осталась. Давай просто залечу и закину им. Просто вот так. Ты, сука, откуда взялся? Такая тварь. Просто я охерею. Сука, ну ты, сука, разозлил меня. Ой, сука. Ой, сука. Ой, сука, разозлил. Сука, как он, откуда он там появился? Ты видел? Нет, не видел, сука. Я залагал, нет? Патроны, сука, патроны, хорошо. Блин, это сложно. Почему они стоят, сука, тут с гранатометами? Почему? Хорошо, я сейчас просто буду ползти. А я их рацию слышу или что? Просто проверим вот, вот эту вот вероятность того, что смогу ли я туда заползти и закинуть им. Чтобы без палева. Ты видел? Да все ты понятно. Ты не видишь? Хорошо, пулеметик. Давай, может, здесь постоять надо? Если никто на а то мало ли. Сука. Я психом стану с этой игрой. Подобрать РПГ, да ну мне нахер не надо. Опа. Что, даже вроде убил? Нет? Какого хера этот чел вывалился сюда, остальные не вываливаются? Писец, я понял. VR-очки нужно выключать. Без VR-очков сложнее. Не, ну залететь вот так, я думаю, это прям, прям ты хорошо. Видел? Ты видел? Да, сразу. Но, сука, получай. Все, короче, на самом деле я устал на сегодня. Я не знаю, сколько времени займет видео. Может, вообще даже минут 10, потому что, ну реально, прям, наверное, мало получилось сыграть, но. Сука, пусть будет лучше так, потому что я реально устал. Я столько времени потратил на это все. Час. Блин, на попытки, наверное, только час 20. Ну, попыток было дохерища. Ну, это прям, ну это писец. Я не стал после этого пробовать там по-разному пройти вот то задание. Я уже понял, что нужно вначале верхних убрать, а потом заниматься нижними, иначе тебя верхние в любом случае расстреливают. Пробовал, конечно, бегать от них по карте, но это такое себе тоже, знаешь ли. Мне лично не удавалось от них убежать. По той причине, что из верхних всегда кто-то оставался в живых и где-то там внизу бегал, поэтому... Ладно, спасибо тебе за просмотр, ставь лайки, оставляй комментарии, подписывайся на канал, это был канал Сейбик Про. В описании к видео есть разные ссылочки, в том числе и ссылочка на скачивание этой игры, именно этой версии. Ну и не забывай, что видео выходит на YouTube и на Яндекс.Дзене, а я, пожалуй, пойду и просто отдохну в этот пятничный вечер. Записываю сегодня в пятницу, видос выйдет сегодня в пятницу, и я, пожалуй, пойду отдохну после такого, но это писец.